Хэшки, ребятки, с вами Snorlax Mine, и продолжаем играть в Minecraft RPG. И у нас, в принципе, рассвет, и можно идти уже охотиться на наших любимых леденцов. Они, кстати, вроде бы даже летают, как я помню. Так, ну что-то я никого не вижу. Может быть, они улетели? Ну, слышно, как умирают зомби. Ой-ой-ой, даже не заметил вас, ребята. Так, смотрим. Летучие мыши. Либо они такие незаметные, либо их просто-напросто нету. Этих леденцов. Но мы с вами одного видели здесь, то есть 100% где-то здесь должен быть один. О, яичко. Даже два яичка. Так, смотрим. Я так понял, что вот эти вот черточки на миникарте-то именно они и есть. Но все равно что-то на карте они есть. И больше нигде их нету. Я уверен, что они могут быть под землей. В принципе, так оно и есть. Но под землей мне не нужно. Мне нужно именно... на земле. Потому что иначе будет опасно. Фух, как же это тяжело. Как же тяжело найти враждебного моба. Слышу пискуна. А вон, кстати, один из леденцов. Наконец-то. Ура. Хвала богам. Не вижу. Вот он. Главное не умереть сейчас. Что, в принципе, очень легко сделать. Вот, да, у нас выпала одна. А, нет, восстанавливаю целое сердце. Хоть я и говорил, что полсердечка, но там... По гайду, по крайней мере, которому я читал, что она восстанавливает именно... одно сердечко. Точнее, полсердечка. А здесь целое сердце, оказывается. Это хорошо. Так, смотрим еще. И крафтится только из реалмита. Один у нас шард, точнее, айстоун, выпал. Фух, это всего лишь зомби. Значит, в принципе, нечего бояться. Вон еще один фрост. О, энергия там крафта, видите, да, ее? Она очень слабо просвечивается. Но она есть. А чё, почему он убегает? Может быть, он боится света? Чёртовы скелеты. Все, надеюсь, здесь никто не заспаунится из сложных врагов. Забрался все-таки. Давай, давай. Я жду тебя. Ну. Ну что, что, почему ты застрял? Что с тобой не так? Нечего было спауниться в пещере. Томаты из него выпадают. Да, забыл, кстати, об этом сказать. Так, а это что у нас такое? Protection One. Я так понимаю, можно зачаровать этой книжкой все, что мы хотим. И, скорее всего, мы будем хотеть зачаровать этой книжкой какую-нибудь броню, потому что защита там нам нужна на броне. Более чем. Никого опять нету. Вот идешь, идешь по радару этому. А там никого нету. В принципе, у нас есть два. Зачем я их выкинул? Так, и что из них крафтится? Так, где он у нас? Это как крафтится? Ёшкин кот.
Что-то я совсем разучился. Вот, крафтится у нас, в общем-то... Так, нифига себе. Вот, что нам надо скрафтить. 14 атак дамага. Нифига. Здесь даже есть, как вы можете заметить, вот такие вот огнестрелы. Ну, давайте прямо, наверное, сейчас побежим. Хотя, блин, мне бы побольше поубивать этих фростов, для того, чтобы были материалы на будущее. Но так как нифига нету, надо сваливать. Они не хотят спавниться, они не хотят, чтобы я хоть как-то выживал в дальнейшем. Почему я не выложил слизь, кстати, я тоже не могу дать ответ на этот вопрос. И давайте, может быть, по пути найдем либо коров, либо свиней. Тыковку возьмем. И, кстати, есть такие торговцы, как Джек, фонарь Джек. Это из американской мифологии, как я знаю. Смотрите, сколько коров. Это просто рай. Рай для меня. Для любителя коров. Что? Вы это видели? Я, честно слово, чуть дар речи не потерял. Думал уже все. Потом наделаем книжных полочек благодаря этим шкурам, потому что шкуры иногда бывает очень тяжело достать. А приманивать коров в данный момент времени я пока не хочу для того, чтобы делать ферму. Это, по-моему, очень долго. Не, можно будет потом в одиночке, конечно, сделать, чтобы не показывать вам, как это делается долго и уныло. Ну, вы, думаю, сами знаете, как это делается. Так, а если я бью коров вместе рядом с огром, он на меня не агрится случайно? О, у меня, кстати, меч сломался. Блин, плохо. Тогда мы возьмем половенс. В принципе, у нас еще есть... О, у него шапка какая-то, да? Да. В принципе, здесь еще прочность есть, нам хватит. Если что, у нас реалмит в квартире в нашей есть тоже. Ну, кстати, там лошади есть. Не знаю, стоит ли приручать. Да не, не стоит. Не думаю, что они особо нужны. Вот тоже, видите, из Тамкрафта. Зачарованный, да ну. Лайфстил. Вы серьезно? Воруют жизни при атаках, в общем. Если вы не поняли. Огр с воровством жизней. А там у нас, я так понимаю, какие-то либо джунгли, либо таинственный лес. Я понятия не имею, на что это похоже. Это похоже на таинственный лес. Я так понимаю, если мы туда пойдем, там будет что-то неизведанное на данный момент. И здесь должен быть дом, деревянный дом, который даже, так скажем, огромное дерево, которым построен дом. По крайней мере, раньше я такие дома находил. В таких вот лесах. Очень, очень интересно. Свинок поубиваем, думаю, тоже стоило бы. И нам надо... Вот вообще, как бы, как я знаю, лучше не вырубать деревья вот эти вот магические, потому что там создается какая-то магическая материя на месте, где вы вырубали деревья.
это нехорошо. Как для вас, так и для самой игры. Черт возьми, не могу попасть. Чё с этой коровой не так? Почему я... Фух, хотя бы в эту смог попасть. Эй! Эй, прекрати! Черт возьми. У нас получается ночь, да? Двигается. Придется нам остаться жить здесь. О, свирепый волк? Серьезно? Да, свирепый волк. Атакуют овечку. И также должны быть деревья, под которыми прячутся клады. И которые охраняются пауками. Возможно, это отдельный мод. Но мне кажется, что нет. Что вот это такое? Это у нас... Ой-ой. Это была у нас мановая... Как сказать, мановый орех или как? Орех маны. Точнее, боб. Боб маны. Вот так. Бобы. Мановые бобы. Во, самое лучшее название, по-моему. Блин, смотрите, сколько мы всего налутали. На самом деле очень хорошо. 25 шерсти, шкуры. Шкур. Немного, конечно. Хотелось бы намного больше. Но. Frozen Shard. Для чего тоже нужны, я, к сожалению, не помню. Тоже, скорее всего, для крафта портала. Потом покажу, как они делаются, и создам все эти порталы. Начнем, наверное, с портала в ад, хотя он довольно-таки тяжелый, если честно. Здесь, кстати, из-за того, что мы будем... Видите эти шарики? Это, скорее всего, и есть вот эти летающие эссенции, которые готовы убить вас. А они появляются только из-за того, что вы нарушаете магический баланс. Магический баланс, он... Его можно будет увидеть, точнее, посмотреть, какой же баланс на данный момент в специальных очках, как я помню, которые тоже крафтятся в том крафте. Давайте посмотрим, может быть, здесь мы его как раз-таки и найдем. Там крафтовские очки. О, очень много вещей здесь. Вот такой вот стол нам надо будет скрафтить. Не, сначала вот такой, а потом из этого стола делается вот такой. То есть это как будет верстак. Магический верстак, да, лучше так назвать. Так, что мы ищем? Очки. Очки, очки, очки. Честно, уже не помню, как они выглядят, но я знаю, что они должны здесь где-то быть. Вот големы. Големы. Очень важная тема. Потом вам объясню, как это все делается. Вот очки, кстати. И в них мы будем видеть всякие магические вещи, которые мы до этого не видели. Вот ботинки, про которые я вам говорил. Ботинки путешественника. Тоже очень хорошая вещь. Также можно из тамиума, то есть материала, который присутствует в Тамкрафте. То есть если отдельные материалы есть в Divine RPG, и здесь также есть отдельные материалы в Тамкрафте. Тоже можно будет крафтить определенные кирочки, мечи, ну в общем все инструменты, которые здесь есть. Они, как я помню, тоже... Можно магические эффекты на них накладывать всякие. И вот эти вот все вещи, они используются... Блин. Сейчас не буду тогда рассказывать, лучше расскажу потом. Потому что это будет намного интересней. Тоже интересный и красивый мод, я так скажу. И големов мы будем потом, как своих гомункулов, созданных нами, заставлять работать, быть, в общем...
живой рабочей силой. Ну, как сказать, живой тоже. Не особо-то они живые. На этом, в принципе, ребят, можно закончить. С вами был Лекс, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. Если я у вас спрашиваю какие-то вопросы, тоже отвечайте на них. Сами задавайте вопросы, буду на них отвечать. И всем добра!